Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдди Санджека и Игорь, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Не смейся, челлендж Майнкрафт». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки, только благодаря вашим положительным оценкам выходит эта серия. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, в этот раз вы также поддержите нас своими лайками, потому что мы все время стараемся и ждем от вашего лайкусик, так что ставьте лайки и приятного просмотра. Чур не первый, чур не первый, чур не второй. Ну я уже первый, как бы, я сказал, чур, я первый. Ну, как бы, ты сказал, ты чур первый? Да. Ты же дурак. Я первый говорю. Я просто хочу отмучиться, понимаешь, побыстрее. Что-то ты вообще не в ту вселенную забежал. Ну хорошо, давай. Так, ребята. Насморк, Эдисон, Эдисон, насморк. Кто у тебя? Насморк, Эдисон. Насморк, ну он умирает. Это надо продуть, подставь нос, нос поставь. Давай нам показывай, Жека, только без пустынов, пожалуйста. Давайте, как бы, секундочку, дайте мне подготовиться, хорошо? Ну что, ребята, вы готовы, да? Мы поехали. Готовы, в принципе, да, давай, рассмеши. Поехали. По полной поехали. Программе давай просто, давай. Поехали. Ну давай, уже едем, уже, давно едем. Танцуют локтями все, танцуют локтями все. Танцуют локтями все, 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 танцуют локтями. Где бы я не был, все знают, все танцуют, все. Танцуем локтями. Игорь сейчас показывает. Рубил фишку, понимаете? Ты показываешь. Ностальгия, да, ностальгия Эдисон. Я показываю. Эту песню только недавно узнал с одного места, поэтому. Да, вот я тоже на самом деле. Интересно же, с какого же, интересно же, да? С какого, не с какого. С какого места, не с какого. Ну что, дорогие друзья, вы как бы готовы, да, мне? Да, да, давай, давай. Диджей на месте. Здравствуйте, здравствуйте, я Виолетта. Вообще-то сейчас не время смеяться, это серьезные вещи. Мне кажется, что у каждого есть в шкафу свои скелеты. Ты беременна? Да? Нет, я не беременна. Ты жирная, как пельмень? Я не беременна. Ничего не взрывай. Я совсем даже не беременна. И ты совсем не Виолетта. На самом деле, давайте погоняем лысого. Давай, давай, погоняем его. Давай, не нужно, не нужно. Бей его! Ваня, давай, Игорь, Игорь, тут как бы, понимаешь, ты говоришь, давай без писюнов, да? Ты же вообще попал. Это что? Это не писюн, а это рычаг. А, это... видишь? Блин, а я уже, а у меня уже такие пошлые мысли были. Ну что, совсем что ли? Дорогие друзья, посмотрите, о чем они только думают? О чем они? Лишь бы писюны. Ага, кому мне? Локтями, локтями. Готовы, готовы? Пацаны, я вас ненавижу. Давай, давай. Пацаны, я вас ненавижу. Что же сейчас будет? Что же сейчас будет? Или... А, нет. Так, подожди, уже было, да, такое вроде? Да, было, да. Бляха-муха, твою мать. А-а-а-а! Да такого еще не было, вроде, да? Такого еще не было. Такого еще точно не было. Не было или не было? Не было. Не было, такого еще точно не было, не было. Так, ну давай, давай, Жека, давай. Да, я иду, я иду. Можешь переодеваться, это паперсы свои снимай, давай, давай. Где бы я ни был, ты знаешь все. Танцует на камере. Где мы вам Димашки? Димашки! Посыпались там Димашки! Лови вам Димашки! Держи! Димашки, Димашки! Держи! Димашки, вам Димашки! Держи! Вот еще! МДМашку будешь играть? Подождите, я хочу посмотреть! Полный рот МДМашечек! Ебой! Рилток! Стойте! МДМашка, глаз в жопе! Где? У него глаз в жопе. Нет, мне кажется, это... Надо поменять его. Так, ну что же мне показать? Что ты меня так смотришь? Танцую локтями все. А подожди, там что-то кто-то показывает.
Ну-ка. Здравствуйте. Да, сегодня был очень вкусный борщ. Был сегодня очень вкусный борщ с капусточкой, но не красный. Еще был салат. Он был из странных каких-то огурцов и капусты, но он меня бесит. А еще был очень вкусный чай. И он мне придает, я чувствую себя человеком. Человеком себя чувствую. Понимаете? Я понял. Вот. Я Никита Литвинков. Пока. Борщ. Ты знаешь, что это? Не, я не знаю, что ну это. Ну ты вообще не олдфак. Никита какой-то. 20-летней давности не помнит. Ой, конечно. Ой-ой-ой, пацаны, тут у меня проблема. Ну какая уже у тебя может быть там проблема? Ну давай. У меня проблема тут. Ты нам поведай, расскажи. Опять что-то с лицом что-то. Он поехал, поехал. На жопе едет. Трн-тан-тан-тан-тан. Танцует на жопе. На жопе танцует все. Трн-тан-тан-тан-тан. А! Где я? Кто я? Отпустите меня! Сын, внук! Кто я? Дедушка твой дебил! Пенсия где моя? Потерялась я. Видишь, это же реально чей-то дедушка. Наверное, я не... Простите, если это ваш дедушка, я не знал, я просто скин нашел, честно. Извиняюсь, пожалуйста. Я реально не ожидал, сейчас я реально не ожидал такого города событий. Что происходит? Кто там был? Я ничего не вижу. Я ничего не вижу, ты слишком маленький. Ты слишком маленький. Я ничего не ты вижу. Ты слишком маленький, ты не поменяешь дырочку. Ку-ку! Ку-ку, мой батик! Ку-ку, мой батик! Ку-ку! Привет, привет! Вы не видели моего Карлоса, да не видели? Да вот я дура! Вот! Он улетел! Да, обещал вернуть. Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку, мой батик! Ку-ку, ты уже приготовила, дура! Подожди, а что у тебя сзади на ногах? Так, опять какой-то там глаз у неё. Это какие-то пасхалочки, да, какие-то, Жека, в каждом скине? Нету ничего. Члены развратные. Пасхалочки, да, в скине? Да, получается, сейчас я показываю. Танцуем локтями, танцуем локтями. Подождите, сейчас я, да? Да. Ну, понимаете, да, сейчас должен я показать такую сценку, которую знают все. Ну, все? Серьезно. Давай. Знают все. Да я думаю, как бы, вы знаете, что такое... Скур в мёртвых найках. Скур. Мы тачку фараона бежим отсюда. Я в камуфляжном стиле. Пять минут назад. Ровно 5 минут назад. Это все дико, например. Флексим, давайте, флексим. Танцуем руками. Дико, например. Флексим. Ладно, танцуем локтями. И дед такой сзади сидит, стрит, я решил... Вези меня, внучок! Фара, поехали, фара! Ара, убер! Всё капельно, понимаете? Фара, поехали, Убер, вези меня! Обрежи меня, как леденец! Обрежи меня, как леденец! Это тоже, если что, фараон просто, понимаете? Понятно, тут фанат. Понятно. Мы все поняли. Мы не фанаты, это просто... Это всё Игорь, да. Давай флексить. Флексим, йоу. Все, пошли, мы поехали, да, мы поехали. Да. Тон. Что это такое? Я выпустил, я надеюсь, там тон. Трон-тан-тан-тан. Тон-тан. Бэйби. Бэйби! Так, подождите, я думаю, что у нас сегодня реально такой марафон, да? Бэйби! Флексим! Давай, показывай, Евгений, показывай! Ну, у меня на самом деле большие проблемы. Да нам пофиг, мы ждем что-то новенькое, давай. У меня большие проблемы. У меня большие проблемы. Да мы за... Зубы потерял! Зубов! Где мои зубы? Подожди, вот твои зубы, где зубы? Держи! Держи, давай, зубы! Внучок, кто бы жаловался? У меня уже 20 лет зубов нету. Фу, лохтами, танцуй, лохтами! Пацаны, я вас могу вылечить, я стоматолог.
Где моя зуба? Ну покажи! Давай, вставляю! Тра-ра-дань! До свидания, до свидания. Сейчас я вызываю себе Uber и поехал на сцену, короче. Давай, давай, поехали, поехали. Пока, пока, пацаны, давайте, я на Uber и поехал. Я тут пока секретную лабораторию построю. Да? Секретную лабораторию. Я буду дополнением к твоей секретной лаборатории. Хотите узнать? Хотите узнать? Давай, давай. Игорь не спали. Слушай, ты меня внимательно. Да. Хотите ли вы узнать, как совмещать спорт? Как совмещать спорт? Спорт и бухло! Спорт и бухло! Спорт и бухло! Водка, пиво, моя глотка, водка, пиво, моя глотка. Я просил без запикивания. Шлёпа! И тут масонские музыки не хватает. Я мафа. Ты мафа? Кто? А вот он мой медведь, а я мафа. В чем смысл жизни, брат? Знаете, в чем смысл жизни? Я вам сейчас расскажу, в чем смысл жизни. В том, что мы вся космическая пыль. Не-не-не, да давайте не будем начинать вот это, хорошо? Правильно, мне кажется, что лучше это не начинать. Да, космическая пыль — это слишком философская тема, поэтому не будем. Да. Давай, Эдисон, показывай, что там мне должно показать. Короче, как я понял, у нас сегодня будет такая... Вы чё там ржёте? Вы чё там ржёте, придурки? В общем, у нас сегодня выступают только артисты, поэтому все поют что-то, да? Танцуют локтями, скр-скр-скр и многое другое. Поэтому я сочинил для вас стишок, понимаете? Посвященный лету. Нет, матов тут вообще ноль матов. Я адекватный, так, ты меня там нет, все хорошо. Да в этом молоко выпейте, чтобы я вас видел хотя бы. Да, мы вообще-то просто... Давай. Тут уже никого нету. Пыль космическая. В общем, стишок, посвященный лету. Ну. Готов? Шел я по теплому Питеру, была жуткая жара. Потные их дети и все папочки. И тут я вспомнил, что давно не ел я эскима. Давно не ел я эскима на палочке. Давно на палочке. Давно на палочке. Давно на палочке не ел я эскима. Давно на палочке! Давно на палочке! Коричневое, вкусное. На палочке! Говно твое, понимаешь? Говно! Вот! На палочке! Говнюшка! Понимаешь? Говно! Какие? Мороженое в суши превратилось! В суши превратилось! Разбирай свои палочки! Залезай, не стесняйся! Да, все, я прекращаю это все. Дорогие друзья, мне кажется, нужно ставить лайки. Какие лайки? Я с вами согласен. Пропустите мороженку пропустите! Мороженка, ты заходи, ты заходи. Смотри, какие у меня стройные ножки. В общем, лайки! Лайки и лайки! На все три видоса много лайков, и сразу же выйдет новая серия «Не смейся, челлендж». Поэтому лайки, да. А да, подождите, знаете, что самое главное? Чё? Танцевать нужно локтями! Подписываться везде, все ссылки в описании и на канал. Всем пока! Подписка, Инстаграм, йоу! Покидова! Е-бой! Yeah,